Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Тарпея. Тарпея. В первой книге истории Илии рассказывается Тарпея, дочери командира римского гарнизона на Капитолийском холме, оборонявшего крепость, осажденную Сабинянами. Плутарх пишет: Тарпея была дочерью начальника, и она сдала укрепление Сабинянам, прельстившись золотыми запястьями, которые увидела на врагах, и попросив у них в уплату за предательство то, что они носят на левой руке. Тати согласился, и, отворив ночью одни из ворот, она впустила Сабинян. Видимо, не одиноки были и Антигон, говоривший, что любит тех, кто собирается предать, но ненавидит тех, кто уже предал. И Цезарь, сказавший по поводу фракийца Ремиталка, что любит измену, но ненавидит изменника. Именно такое чувство испытал и Тати к Тарпее. Помня об уговоре, он приказал сабинянам не поскупиться для нее ничем из того, что у них на левой руке, и первый, сняв вместе с браслетом и щит, бросил их в девушку. Все последовали его примеру, и Тарпея, засыпанная золотыми украшениями и заваленная щитами, погибла под их тяжестью. Эта легенда объясняет название Тарпейской скалы на юго-западе Капитолия, с которой в старину сбрасывали преступников, осужденных на смерть. Последней жертвой был римский всадник, член сословия всадников в Древнем Риме, обвиненный в заговоре против императора Клавдия в 43 году нашей эры. Ну вот так вкратце о Тарпее, дочери командира римского гарнизона. Пока-пока, до свидания.